Доброе утро, дорогие друзья. Наша передача продолжается. В студии практически ничего не поменялось. Марина Гес, Степан Ариф, хорошее настроение, вкусный кофе и позитив. Да. Ну а в Челябинске проходит конкурс «Песня города 2018». Заявки прислали более 60 участников. И композиции представили в двух темах: в ритме города и песни для души. А в первом туре по присланным видеоматериалам члены жюри отобрали уже 34 песни, соответствующие всем предъявленным требованиям. Да, ну и оценивали, конечно, музыкантов экспертный совет под председательством заслуженного артиста России Бориса Каплуна. И большого друга нашей программы, да. Да, ну и у нас в гостях сегодня участники. Это вокальный ансамбль «Уральские подсолнухи», школа номер 46. Здравствуйте! Да, доброе утро! Ну что ж, эти артисты не только выступают на сцене, но и ведут активную ученическую деятельность. Выпускают стенгазету, делают ролики, выезжают на сборы, проводят мастер-классы, собирают картошку, моют полы. Если что, за них они вам помогут. Звоните. Доброе утро, ребятки! В микрофончик, Ксюшечка, давай. Доброе утро. Да. Расскажите нам, вот вы все делаете, вот что мы о вас рассказали. Вы учиться-то успеваете? Конечно. Учимся мы все на 4 и 5. А двоечников нету? Нет. Да как неинтересно. Да, как так? Я хочу с вами петь, а я двоечником. А что больше нравится, петь или учиться? И то, и то. Ай, молодцы. Молодец. Ну тогда давайте споем. Давайте. У вас песенка веселая? Очень. Ну тогда мы уже готовы слушать, уважаемые зрители тоже готовы присоединиться. Ксюша, давай микрофон. Мы уступаем вам место. Наш славный район, ты простой и рабочий, и всем мы гордимся тобою по праву. И пусть твоя внешность кому-то не очень, ты мощь и опора российской державы. Вспомнить об этом всегда есть причина. Сегодня особенно это приятно. Сигнал и металлка, электромашина, станкомаш, КПЗИС и трубопрокатный. Дом, в котором мы живем, это Ленинский район. Он растет и хорошеет вместе с нами день за днем. Здесь живут мои друзья, папа, мама, ты и я. Вот такая вот большая наша дружная семья. А сколько детей твоих носит по свету? Тех, кто отмечен был Божьей искрой. Тут музыканты тебе и поэты. Тут и певцы тебе, и хоккеисты. Им подрастает смена достойная. Новые звезды растут в каждой области. Видимо, воздух у озера Смолина как-то влияет на наши способности. Дом, в котором мы живем, это Ленинский район. Он растет и хорошеет вместе с нами день за днем. Здесь живут мои друзья, папа, мама, ты и я. Вот такая вот большая наша дружная семья. Но мы тебя любим, даже за это. С гордостью ходим теперь по Гагарина. Чем она хуже центральных проспектов? Ты молодеешь, и это бесспорно. Столько причин, чтоб гордиться тобою. В праздник все вместе у нашей Авроры. Мы все беремся большой семьей. Дом, в котором мы живем, это Ленинский район. Он растет и хорошеет вместе с нами день за днем. Здесь живут мои друзья, папа, мама, ты и я. Вот такая вот большая наша дружная семья. Дом, в котором мы живем, это Ленинский район. Он растет и хорошеет вместе с нами день за днем. Здесь живут мои друзья, папа, мама, ты и я. Вот такая вот большая наша дружная семья. Наша дружная семья. Браво! Вот это да! Дом, в котором мы живем, это Ленинский. Надо звонить Александру Евгеньевичу Орлу, главе Ленинского района, чтобы брал это неофициальным гимном района. Браво, молодцы! А мы напоминаем, что у нас в студии был вокальный ансамбль «Уральские подсолнухи». Участники конкурса «Песня города». Да, ну а далее мы расскажем уникальный рецепт. Наша следующая героиня предпочитает магазинным продуктам домашние. Татьяна Мальгина раньше каждую зиму закатывала банки с вареньем из малины. Именно, а вот теперь же она нашла ягоде совершенно другое применение. Она делает не
нежнейшую ароматную пастилу. Ой, ну все, слюнки уже текут. Давайте посмотрим и духовно подкрепимся. Поехали.